Вот это и есть огненная земля, Ушуая, самый южный город на планете, южнее только полюс, а там вечная мерзлота и бесконечные льды. В Ушуаю вместе с полярниками команда сегодня добиралась 2 дня 3 самолетами. Мы поменяли континенты, часовые пояса и даже времена года, ведь в Аргентине сейчас середина осени. В Ушуае вместе с полярниками мы пробудем до вторника, когда должен прийти корабль, который отправит нас в Антарктиду. Впереди нас ждет самый сложный участок нашего путешествия – это преодоление Южного океана и знаменитого своей опасностью пролива Дрейка. Пролив опасный, потому что всегда там штормит. Сколько вот раз я ходил 4 раза через него, и только 2 раза он был более-менее гладким считается, но это тоже 6 баллов. А так в основном 9, а это значит, что во все иллюминаторы будет вода просто бить. It's a little bit more complicated to cross the Drake Passage if you don't have light. And it's very cold, it's prepared for winter, so you get lots of ice, so you cannot reach, a lot of places are unreachable. So it's more difficult. В составе украинской экспедиции 12 человек. Для половины из них это первая такая экстремальная командировка. Кроме ученых, в Антарктиду отправятся медик, повар, механик, системный администратор и дизелист. На станции «Академик Вернадский» они пробудут год. Что они там едят, чем занимаются в свободное время, нужно ли им носить бороды и очки, все это мы, Александр Маков и Руслан Кузьгов, расскажем в проекте «Сегодня в Антарктиде» на канале «Украина».